Zarasi. Гуляю по тихим улочкам. Птички поют. Что я тут нашла? Заросли маков. Какая прелесть. Так они еще все должны раскрыться. Надо прийти сюда через неделю. Кое-какие уже раскрылись. А здесь васильки. Прелестные васильки. Фиолетовый василек такой классный. О, а там вдалеке белые маки. Я только сейчас заметила, какая прелесть. Еще лилии. Я нахожусь в Little India, в маленькой Индии, типа ресторан, гадание на руке, индийские наряды. Говоря, я не очень доверяю индийским ресторанам. Конечно, это был не и район индусский, а построен был англичанами, ирландцами, шотландцами. Но со временем вселились индусы. Сейчас день, еще ничего не занято. И так вот сами себя как бы и назвали. Но, с другой стороны, здесь много разных национальностей. И вот придают колорит Богу. Цветы есть каменные за счет налогоплательщика города. Индусская одежда. Здесь уже все европейское и как бы остатки прошлого. Ну, тут смешанные уже. Кафе, рестораны не с английского, а обычные европейские.